Привет всем! Привет всем! Вы находитесь на канале Лиска Китти. Да. Сегодня мы с Алисой будем делать взлетающую ракету. Да. Такой наборчик у нас есть. Разные там штучки. Доставай, что там в коробочке. Пакет. Бутылечек, уксус. Ракету еще будет шабил. А, наклеить надо будет еще на ракету, украсить ее. Наклеечки. Да там самой нету ракеты, мне кажется. Перчатки. Ну, ее собрать, наверное, надо будет, я не знаю. Какой-то порошочек, пищевая сода. Пробирочка. О, а это что, такая ракета, что ли? С пробкой. Внутри пробка. Я-то думала, там будет прям настоящая ракета. А я думала, что она будет побольше. А тут какая-то штучка, как она называется. Думала, она будет побольше. А, это пусковое устройство. Познакомьтесь, пусковое устройство. Смотри, а то она еще вот такая ракета. Там красивая нарисована на картинке. Не знаю, как это тут. То, что надо делать. Корпус ракеты. Вот это корпус ракеты. А как хоть делать? Да уж, я-то думала, все будет красивее. А оказалось, все так простенько. Что там надо делать? Сейчас посмотрим. Что там первым делом делать надо? Ракета может, написано, подняться вверх на 2 метра. Куда надо на улице запускать? Лучше, да, запускать на улице, написано. Да, а то вдруг там еще, она куда-то улетит выше нашего дома. И все, только нам крышу сломать. И лапу. Подвесь. Первое, что надо сделать, это вырезать наклеечки. Вырезали мы наклеечки. Теперь будем собирать ракету. И еще вот этот звук. Трупу. И теперь вот сюда вставляем. И приклеиваем к корпусу. Ракеты. Вот так вот. Вот такая ракета у нас уже получается. Смотри, доча. Получается у нас? Да, только маленькая. Только маленькая. Ой, почти как на картинке у нас получилось. Вот такая ракета у нас получилась. Что, не толчите же. А теперь что мы делаем? Пробку так и оставляем внутри. И сюда мы насыпаем... Вот и оставляем. А почему? Одну чайную ложку соды. А почему оставляем? Почему? Потому что мы туда соду будем наливать. Ой, насыпать соду будем. И потом туда наливать еще уксуса. Смотри, какая перчатка. Перчатка. Какие огромные перчатки. Здоровенники. Сейчас мы пойдем с Алисой на уличку и запустим ракету. Да, да, доча? Попробуй один. На 2 метра вверх. Попробуй. Нет, уже не здоровый. Ням-ням-ням-ням. 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 Перчатка. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Все съем. И все я съем. Все. Ням-ням-ням. Ракету на. Не буду есть, мы ее пускать будем. На! Рука бешеная! Да ты нямку не даешь. Вы садились на уличку? Да. И сейчас будем запускать ракету вот здесь. Да. Насыпем соду, уксуса. Не знаю даже, что получится. Не знаю. Страшно. Тебе страшно? Страшно. Насыпали соды. Сейчас уксус налью.
Теперь открываем уксус. Так, 15 миллилитров. 20 налили, ну ладно. 20. Нет, надо же, что у нас? Что она есть? Что она взлетает? Может, бу будет? Так, ну что, пробуем? Сейчас, быстро. Ой. Ну, стоит. Залили. Давай в стороночку найдем. Ой. А что это я? А что? Залетела. Она не плотно ее прижала. Она и не взлетела. Повторим. Может, потому что холодно. Из-за этого. Ну, есть, давай повторим. Ветра. Да не ветром снесло, просто плюхнулось как-то. Давай еще раз повторим. Так, это даже может прятки играть. Прятки? Потому что она лететь и куда-то в дерево спрятаться. Вот. Ой. Подожди, ракета не лети. Она что-то не летит. Прикинь, доча. Ну когда просто вот так будет? Ракета у нас не взлетает. Ракета, ты что не взлетает? Экспериментируем еще разик. Плотно сделали. Есть. Совсем чуть-чутки вода. Пуп, и все. Да, доча, какой-то непонятный у нас эксперимент. Вот. С ракетой. Вот. Можно еще поэкспериментировать, когда тепло будет, да? Да. Давай еще. Еще не пол... осталось пол... чуть-чуть. Не полайвашка. Будь. Что-то у нас еще чуть-чуть осталось. Ну что, полетим? Лети! Ракета летит. Ракета, иди быстро. Не хочет? Аж пробка вылетела. Ты видела? Да. Ты видела, аж пробка вылетела. Уже надоело ей летать. Пробка сказала, я больше не хочу сидеть там. Какая-то нам досталась нелетающая ракета. Да, Дуча? Угу. Вот такой эксперимент. Сейчас ракету будем запускать. А зимой мы ее запускаем. Куда воду заливать, я не понял. Ждем. А чего это не бахается? Ракета взлетает. Да, Дотя, ты просмотрела, как ракета взлетела. Сейчас еще раз сделаем. Да, давай еще делаем. Это я не видел. Ну, давай, говорю, еще а делаем. Знаешь, как полетела, Дюка? Это вообще... Еле полетела. Потрясающе зрелище. А вообще написано 2 метра летит. Ну, вот так примерно и полетела. 2 метра. А что, не 2 метра? Давай, делай, посмотрим. Ну, почти, Дюха, вот 1.5. Не ошибешь, что ли? Вот, видишь, быстро так выпрыгнула. Так, мне кажется, ну сейчас еще раз. А как оно до 2 метров, я не понимаю. Сейчас еще раз полетит. Разве? Там уже реакция прошла. Нет, реакция уже прошла, газы уже. Два метра, мне кажется, не полетит. Два метра, мне кажется, в такую бутылку надо запихать. Что, все? О, давайте запихаем в такую бутылку. А, ну давай. Сейчас так бабахнет. Давай. Ой! Не получилось, в общем. Эх. Она просто не туго, да, заходит туда. Убегай, Дюха, еще сейчас глазка. Блин.
Ой, да не надо меня. В общем, в этот не удался эксперимент с бутылкой. Вот такая беспонтовая ракета. Подписывайтесь на канал. Со стройкой. Пока-пока. Пока-пока всем.